В преддверии нового учебного года в Каспийске проходят различные подготовительные работы, в которых активно принимают участие руководители образовательных учреждений и сотрудники ведомств города. Так, в Каспийске на базе школы номер 15 имени Казанцева состоялось всероссийское учение по комплексному сценарию действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем». Началось мероприятие с теоретической части, в ходе которой работникам школ напомнили алгоритм действий при ЧП. У нас у всех во школах имеется алгоритм действий, который выработан аппаратом АТК Министерством образования России. На все случаи ход алгоритм есть, все прописать невозможно. Поэтому есть моменты, где нужно действовать по ситуации, чтобы обеспечить безопасность. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет проведено не для галочки, а каждый из нас для себя что-то возьмет. После окончания теоретической части руководитель учения докладывает в оперативный штаб муниципального образования о готовности приступить к практической части. Вскоре по сценарию в школу проникли люди с оружием. Злоумышленники нейтрализуют сотрудников охраны до того, как те успевают нажать кнопку тревожной сигнализации и поднять тревогу каким-либо иным образом. Далее, зайдя в один из учебных классов, они захватывают работников учреждения. В свою очередь, заложники, следуя инструкции, ждут подмоги от сотрудников Росгвардии, которые были вызваны захватчиками для проведения переговоров. Воспользовавшись случаем, росгвардейцы освобождают заложников и уводят террористов. Отметим, что в мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений города.